Всем добра. Добро должно быть с кулаками, а лучше с навыками. И чем больше навыков, тем лучше. Где найти книги навыков? Я думаю, старичкам это все известно. Ну, для новичков я все это объясню. Так, вы берете квест в своей провинции, например, в которой родились по умолчанию, это Штромкап. В этом городе берете квест на уничтожение логова бандитов. Приходите сюда, месите это логово. Вот я подошел к этому логову, так оно выглядит. Если вы черепков, у вас все закрашены, все беленькие, все три, значит, где-то еще бродят отряды с черепком, с беленьким. Лучше сначала их убейте, а потом нападайте на логово. Вот у меня один закрашенный, ну тут в принципе 12 на 6 будет, у меня 6 бойцов, у них 12, ну и в принципе их там не так уж сложно убить было. Так, сейчас я вам загружу прям то самое, когда уже убил. И в чем прикол? В том, что игра ломается после того, как вы эти навыки использовали. Ну, точнее, нашли книги. Они довольно дешево. Можно их купить не так уж и дорого, по 150 книжка. Ну, плюс свиток мы тут покупаем, рецепт. Ну, в общем, по одному куплю. Сейчас покажу, как это все работает. Рецепт. Если вы не знаете, как рецепты добавлять, здесь восклицательные знаки появляются. Ну, разумеется, спускаетесь вниз, ищите его, выучите. Все, рецепт испаряется. Почему они красненькие? Потому что они типа сворованные. Если вас стража поймает с ними, то конфискует. Итак, различные навыки. В общем, смотрим назад. Открываем обязательно свое окошечко. Да? Здесь у нас ну, не выделено белым цветом, выделено красным цветом вокруг окантовки. Значит, мы его выучить не можем. У нас, то есть, первая помощь уже есть. Ну, если мы нажмем правой кнопкой, ничего не произойдет. Ну, на остальные навыки мы можем правой кнопкой нажимать и добавлять их к себе. Неважно, даже если навык лучника, там, кого угодно, и у вас его нету, значит, можем выучить. Вот, например, прицеливание. Нахрен он ему нужен? Ну, пусть будет. Может быть, для копейщика подойдет. У него все-таки дальность есть. Дальность следующей атаки удваивается, ее точность повышается. Ну, точность нам как бы не это, да? Ну, в общем, скорее всего, для лучников только работает. Вот так вот работают навыки, можно их добавлять. Книга на мастерство в другом гайдике другого блогера. Можете посмотреть, как ими улучшать книгами на мастерство, где их взять и как ими улучшить действующие навыки. Их тоже можно апгрейдить. О, какая информация-то крутая. Ну, в общем, пользуйтесь, всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.